Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться очень вкусным приготовлением ужина или обеда. Я уверен, понравится вам, вашим близким и, конечно же, вашей семье. Начинаем готовить по-настоящему вкусный ужин. Погнали! Нам понадобится буквально 450-500 грамм свиного фарша. Добавляю свежемолотый черный перец. Можно брать любой фарш, куриный, говяжий, какой вам нравится. А также добавляю соль по вкусу. Также нам понадобится одна луковица. Разрезаем пополам. И по возможности нарежем очень мелко кубиком. Отправляем лук к фаршу. Также понадобится небольшой кусочек сыра, буквально 70-80 грамм, через мелкую терку. Все хорошенечко нужно перемешать. Беру две глиняные формы и отправляю фарш. Теперь с помощью ложки хорошенечко уплотняем. Делаем небольшие борта. Отправляю мясную заготовку в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 15 минут. Спустя 20 минут вытащил из духовки и отправляю 2 куриных яйца. Также добавлю пару ломтиков помидора. Снова отправляю в духовку буквально на 10 минут. Также возьму пару веточек зеленого лука. Нарезаю мелко. Ну что, друзья, пробуем. Друзья, это настолько вкусно, просто нет слов. Обязательно к приготовлению. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, кто не подписался. Делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.